Привет, дорогие друзья! Вы на канале Колумбо, с вами Катеров Танки. И сегодня у нас необычная довольно-таки для канала игра. Это как бы платформер, но он уже, как бы можно сказать, 3D-платформер. Вот. Раньше он был псевдо-3D-платформер, там были элементы 3D, но по сути он был двухмерным. Это World War Storm, Шторм Душ. В общем, приключения, я не знаю, как их назвать, червячки они или кто они такие, в общем, порабощенные, страдающие, работяги, выбирающиеся из этого рабства. Предысторию не знаю, поэтому без обид, если я что-то здесь не так сказал. В общем, разговор у нас, собственно говоря, про игру. Что меня первую вот очередь удивило, это вот очень насыщенное управление. То есть здесь все абсолютно есть. У нас X, Y, A, B задействованы полностью. Бег есть, бросок на правых шифтах, на левых шифтах. Краса и медитация. На стике у нас перемещение, а на крестовине у нас еще получается социалка, да, то есть взаимодействие. Вот приветствие, есть агрессия, пассивность, ожидание, то есть еще эмоциональная составляющая. Но это мало того, еще на правом стике у нас еще прицеливаться и заменить предмет. Короче говоря, непросто. Вот. Мудакон. Ну вот это вот этих называют мудаконы. Этих вот ребяток, которые здесь главные персонажи. Так, стычка Мансайк, это вообще первый уровень. Не знаю. Играть в нее, я не знаю, клавиатурой, но просто нереально. Если вообще возможно. Тут, собственно говоря, джойстик весь задействован. Как это на клавиатуре выполнять, я вообще не представляю. Ну, это для любителей хардкора, или точнее даже экстрима. Долго грузятся уровни, то есть они насыщенные такие, трехмерные. Много спецэффектов. Ага, вот так. Регара гир, да? А мы можем идти взять... Так, это вверх, это вниз. Это куда-то он прицеливается. Блин, я уже подозреваю, что это сложная игра. Так, вот тут-то он прицеливается. И что он сделает? Так, ну там по ходу игры, наверное, объяснят. Я так подозреваю. Вот это куда-то прицелится, он за что-то может цепляться, да? Судя по всему. Так, это реакция. Это реакция. Это реакция. Это реакция. Это реакция. Понятно. Это медитация, да? Это краса. А, не, вот медитация. Ага, ага. Что она дает, я, честно говоря, не знаю пока. ХП, наверное, восстанавливает. Это бег. Толкать. Камень знаний. Ходьба и бег. Использую его, чтобы передвигаться. Так, еще на сейл. Удерживаю РБ, чтобы перейти на бег. Так. Ну и чё? А, подсказки. Так, ну передвигаться вот это, я понял, стик. А бег это... Вот. Это просто... А это бег, понятно. Так, и куда дальше? Я чуть не понял, куда? Да, тут уже реально 3D. Так. Чего там? Прыжок, нажми, чтобы прыгнуть, удерживай, чтобы продолжить. Прыжок. Так, стой, я понял. Прыжок. Вот он, да? Окей. Есть. Ага. Ой. Офигенно. Все, повоевали.
Глянь, как тут все хардкорно. Ничего себе. Жестко они охотятся. Нажми А, чтобы прыгнуть и забраться на выступ. Понятно. Понятно. Ага, вот так вот, да? Вот-вот я нажал. Так. Ага. Да, тут, конечно, когда с платформера делают 3D, такое... Ай, блин, опоздал. Я понял. Короче, эти бомбардировщики, их тут будет... В общем, их тут будет хватать. Так. Прыжочек. Этот недостаток трехмерных, полутрехмерных, как их назвать правильно, платформеров, то что когда он нормальный, стандартный, сбоку вид, то все видно. Здесь вот непонятно, ты подбежал, ты не подбежал. В общем, неудобно. Короче, ой, опять я провтыкал. Да ну что такое? Короче, разрабам захотелось сделать все еще более грандиозным. Ну, как часто бывает, баланс, он где-то посередине между супер-пупер графикой и удобством. Здесь, к сожалению, ну, не сочтите за нытье, но реально, как бы, неудобно. Если бы был вид сбоку стандартный, да, как во всех платформерах классических, было поудобнее. Ага, он так кувыркается, да? Ой-ой-ой. Так он тут сам кувыркается. О, контрольная точка. Так, что там? Эй. Б, чтобы сделать перекат, если горишь. А, это затушить можно. Ага. Б. Чтобы сделать перекат, если горишь. Это интересно. Сейчас попробуем. Б, да? Стоять. Вот так. Ага. А это же у нас рюкзак пуст. А, у нас тут еще появятся всякие разные примочки. Тут, судя по всему, надо разогнаться. И вот так. Ага, ага, дальше. Ой, ой. Я понял. Ух ты. Надо пошустрее. Там какой-то недружелюбный гражданин. Себе жестко, прям какой-то Терминатор 2. Ты видели, как я умею тушение огня водой? Игрик, открыть место колесо, открыть колесо инвентаря, затем выбрать бутылку с водой. Так, прицелиться и а вот зачем у нас прицеливание. Бросить при помощи РТ. Ага. Ну давайте. Так. Собрать. Есть. Еще одна. Чего? А, заполнено. Так. Инвентарь. Вот, выбираем ее. Теперь. Как же это неудобно.
Ужас, как это неудобно. Блин. Так. Да, при помощи этих стиков целятся, конечно. Есть. Ага, вот получается так. Опять туда же. Замечательно. Я же говорю, этот стик это. Вот я прицелился, нажимаю, и он дергается вверх и промазываю. Ладно. О. Надо поближе подойти. Секундочку. Есть. Так, надо еще взять. Хорошо. Подсказка. Это я уже и сам догадался. О, контрольная точка. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас очередные подляны. Ага, ага. Понятно. Сейчас. Вот это хорошо. Вода. Ага, сейчас мы тут зашвырнем им. Опля. А ну-ка, еще одно. Так, это как обычно. Вот так. Есть. Не. Надо чуть ниже брать. Точно. А вот отсюда будет удобнее. Блин, ой, да, конечно, еще надо привыкнуть к этому управлению. Да это что такое, а? Всю воду уже израсходовал. Так, короче, сейчас. Перелет. О. Так, а зачем я тогда так старался? О, там какая-то секретная фигня есть. Сейчас. Мы сначала это затушим. Научиться аккуратненько швырять эту фиговину. Так. Ага, ясно. Увеличен уровень максимального здоровья. Ага, это живучесть повышается, да? Понятно. Тут вода, скорее всего. Два и будет серебро. Ой, тут еще какая-то нычка есть. А, так здесь прямо обходные пути у нас есть. А там есть какие-то секреты. Вряд ли, мне кажется. Угу, ничего. Ладно. Покатились.
И... А, нам надо обратно. Я понял. Есть. Так. Это точно. Сохранение. Да. Начало, конечно, мрачное у игры. Даже очень. Ух ты, ух ты, ух ты. Ой, б, блин. Ну тут подляна на подляне. Я так и думал. Так. Понятно. Ага. Ой, а что там интересного? А ничего, да? Или там какой-то есть ход? Ничего нема. Блин. Придумали же такое. Фактически 3D. Ой, тихо-тихо, кувыркаемся, кувыркаемся. О. ХП, конечно, забрал, но не убил. Понятно. Перекладины. Так, ну сейчас у нас начинается этот... если не Assassin's Creed, то... Принц Персии. Собственно говоря, с кого рисовали Assassin's Creed, как не с Принца Персии. Так. Есть. Здесь какая-то подляна. Скорее всего. Что там секретное что-то есть? О да, есть. Значит, нам туда как-то надо допрыгнуть. Можно воду даже потратить. Сейчас попробуем. Ой, так, аккуратно. Что-то не сильно как-то влияет. Ага, о, есть. В принципе, должно хватить, по идее. Если мы упадем, то уже не страшно. О, да, отлично. Не прогадали. Так, это все еще первый уровень. Опять, да? Так, а тут у нас ничего пока интересного, но хорошо. Не? Не. Так, еще предлагайте. Ага, допрыгнуть туда надо. Все, я понял. Сейчас попробуем. О, есть. Ну, следующая подляна какая-то будет точно. Сейчас что-то случится. Снизу, ага, тихо, не нервничай. Ага, воды у нас нема, у нас избыток ее. Тут, в принципе, чтобы ее не навернуться,
можно бросить одну. Вот сюда. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Еще сюда. Вот, ну, в принципе, нормально. Подстраховались, так сказать. Там ничего интересного, я так понимаю. И сейф. Хорошо. Ну, давайте. Понятно, понятно, понятно. Все, я понял. Попал, гад. Ну, тут вода прям нам очень понадобится. Да, я, правда, еще такой бросачек воды, блин. Сейчас всю стену он тут перегасит, пока я буду целиться. О, это что такое? Блин. Блин, это прицеливание стикерами. Лучше бы вы на этот стикер назначили эти эмоции бестолковые. Ну реально проще крестовиной целиться, чем этим стикером. Интересно, что там у нас внизу? Ага. Ага. Я вижу, что тут есть. Есть. О, ну и это может разрушить. Понятно, это он типа не может попасть, потому что низко сильно. Надо будет через меню переназначить, если это возможно, эту дурацкую, эти дурацкие команды. Замечательно. Прямо замечательно. Да как тебя вообще? Хочет она гаснуть вообще никак. Блин. Да. Не просто, однако. Не просто.
трэш. Ага, ага. А тут уже ничего не осталось. Что ты никак не затухнешь, а? Фу. Да уж. Веселый тут, конечно, мирок. Ничего не скажешь. Так, судя по всему, там ничего интересного. Что у нас внизу? А внизу у нас ничего. И ХП у нас мало. А ну-ка, если медитацию включить. Ага, чуть-чуть ХП восстановил. Вообще нигде от них покуя, нигде не спрятаться. Ага. Фигушки пробежишь. Ой, а тут, короче, нычка какая-то. А их, интересно, ее можно как-то... Вряд ли, наверное, как-то можно предотвратить. Понятно. Так, интересно, куда нам? Нам туда или нам туда? Ага, понятно. Это понятно. Взрывной коктейль. Шторм липнет, чему попало, смотри, не облейся. Поможет тебе не только зажечь на вечеринке, но и сжечь ее дотла. Ух ты, ух ты, ух ты. You must use the fire aid. Use it to your advantage. Сжечь препятствия на пути. Брось бутылки с тоником к костру, они воспламенятся и сожжут деревянную стену. Так, и где у нас тут деревянная стена-то? Ага, вот это деревянная стена, да? Сейчас выберем. Предельно просто. Наводимся. И... Опа. И чего-чего? А что я должен сделать? Так. Короче, я как-то невнимательно слушал.
А, костру. Понятно. Я думаю, они сами по себе воспламеняются. Понятно, понятно. Так, 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 так. А теперь надо водичкой, чтобы это все затушить. Вот теперь можно. Не, еще не все. Посмотри. Ты затухнешь или нет, а? Наконец-то. Так, все мы собрали, не все. Заполнено, а это? Вот. Так, ну, примерно понятно теперь, что к чему. Так, ну я предполагаю, как бы впереди будут поболее красочные уровни. Поболее. Вот безграмотный. Поболее. Поболее грамотный. Поболее красочный. Тут у нас что? Ага, все, хватает. В общем, будут более красочные уровни. Здесь опять такая же стена, понятно. Не только такие мрачные. Так, это нам надо сначала швырнуть один сюда. Вот. А теперь сюда. Чуть не попадает. Это что такое? А, их несколько надо. И чтобы именно было между ними контакт. Понятно. Мы пока помедитируем. И теперь водичку. Еще один есть, надо подобрать все-таки. Угу. Это мало ли чего. Еще подсказка, чтобы использовать систему блоков, нажми X для взаимодействия, затем стикер управления, да, и для передвижения блоков. Нажми X еще раз, чтобы перестать использовать блоки. Да, написано понятно, только сейчас все равно ничего не понятно. Будем на практике разбираться. Так. Стоять. Вот. Ага, это вверх. Это вниз. Все понятно. Ничего ценного. Ничего. Ну вообще. Ну, что происходит? Что происходит? Что происходит, а? Что происходит, а? Так, водичку.
Отлично. Угу. А, я понял. Значит, здесь что-то должно быть интересное. Да, угадал. Угадал. Отлично. Да, не короткий, конечно, этот уровень, ничего не скажешь. Вообще не короткий. Ну тут, в принципе, можно перепрыгнуть. Хотя ладно. А там что-то важное или что? Или нет? Или да? Важно. Так, куда? Вверх, вниз, вниз. Ты. Масштабно. Записались. Ничего вообще ценного. Да ну. Ничего ценного. Так, как мы на случай, если упадем. И там ничего ценного. Осталось спасено потери. О чем это? Наверное, кого-то своих спасать должен. Пять. Сейчас мы наведемся. И как позабрасываем все тут. Так, и что? И ничего. Ну ладно. Он как ловко я уже начал разбрасывать эти. Вот ты, блин. Ничего себе, он точный, блин. Ладно. Ага. Охренительно точный. Что-то я не понял, чего она добавляет это. Вроде ХП должна добавлять, но я что-то не заметил пока. Смотри, какие злые. А, можно прокатываться вот так.
все понятно. Он попал. Ты посмотри, какие злющие. Какой энгейджинг. Успокойтесь. Ящики кулаком собрать, бутылки из-под тоника. Ага. Так, это, наверное, здесь. Ага, ясно. Ну, это понятно. Помедитируем. Она ему дает это. Это медитация. Слушайте, этот уровень когда-то закончится или нет, мне еще непонятно. Ух ты. Ага, понятно. Опасно у них. Негостеприимное тут местечко. Да вроде ж кувыркнулся, но... Опасность на опасности. Да, какое неприятное место. Угу. А дальше что? Ран. Интересно, что тут все-таки он какая-то подпорка. Он зеленым подсвечен. Что бы это значило? Что бы это все значило? Ух ты! Приехали! Ран. Это, наверное, ему шаман из стартового ролика подсказывает. А куда ран-то? Ран-то куда? Я не знаю. Ну, попробуем сейчас. А, я понял. Надо разогнаться. Надо разогнаться и скакануть. Ой, чуть не улетел. Так. Недолет. Блин. Да.
может, в том и прикол был, что надо было... все, я понял. Тут надо было... надо было сразу бежать. Да, это все уже приехали. Надо было сразу бежать. Да-да-да-да, вот это я туплю. Почти. Не может быть. Так, а снизу там какая-то нычка, но... А, я понял, как туда попасть. Я понял. Есть там секрет у нас в запасе. Есть-то есть. А как это все поджечь? Очень вопрос. Брось-то я туда брошу его, например. А толку? То есть вот здесь определенный секрет есть. Ну ладно. Фиг с ним. Так, бежим, бежим, бежим. Ну это вообще 40 минут. В общем, далеко не все мы тут понаходили. В общем, вот такая история с этой игрой. Ну, с потенциалом, конечно, игра. С потенциалом, безусловно. Он с ним телепатически общается, судя по всему. Save them all.
В общем, он передает ему послание такое, что ты можешь, значит, спасти всю эту расу мудаконов, порабощенных этими слигами, да, судя по всему, злобными эксплуататорами. Ну, интересная все равно сделана, конечно, графика, составки между уровнями. Мир в псевдо-трехмерной игре как бы почти трехмерный. Ну, условно, конечно, это все можно сказать. Но, тем не менее. Что-то мне все вот это напоминает... эти персонажи, вот эти корабли напоминают фантастический фильм про этого прыгуна. Там тоже такая раса была зелененьких человечков. Those guys terrify me, boss. That's why we're here. So we can get to Abe before they can get to us. All right. Now I want your slick pals positioned all around this place. Because we are not letting that Abe guy get away from us again. You got it, boss. Страшно злой босс. Так, от пещер мы переходим к пустынным уровням, к скалистым. Но уже повеселее пейзаж. Дальше, наверное, вот всякие джунгли, заснеженные поля и так далее. Найди остальных выживших мудаков, а придумай, что делать дальше. Да, ну вот здесь мы уже будем... здесь мы уже будем, соответственно, спасать своих соплеменников, так сказать. В общем, интересно. Игра не скучная, определенно. Определенно не скучная. Секреты тут всякие есть. Всякие разные. Ух ты. Вот такие вот прям заставки, в общем. Постарались разработчики, ничего не скажешь. Впечатляет. Впечатляет. Красиво. В общем, скучно не будет в нее играть. Рекомендую. Даже если вы не любитель платформеров, все равно игра реально с потенциалом. Интересная, разнообразная и сложная. Действительно сложная. Вот. В принципе, думаю, на этом мы закончим. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чем больше, как бы, вашей активности, просмотров и лайков, тем скорее выйдет новая серия. Ну, игра неплохая, реально неплохая. Все, до новых встреч, пока.